обращаюсь к русским и украинцам. Дорогие наши соотечественники, я обращаюсь от имени армянского народа. В украинских или в российских войсках ни один армянский вооруженный не участвует на войне. Армяне – миролюбивый народ. Мы ценим мир. Мы это знаем больше всех. Это все фейк-информация, которую сделали турецкие и азербайджанские спецслужбы. Прошу вас, не верите этим слухам. Это специально они делают, чтобы разделить армян, украинцев, русских, разделить христианский мир. Большое спасибо вам.